Гимнастика с мамой 2-3 года. Возьмите палочку или невысокую игрушку и попросите ребенка перепрыгнуть 2-3 раза. В этом возрасте малыш уже прыгает двумя ногами в длину, перепрыгивает через невысокие препятствия. Попросите малыша поднять ручки вверх, затем опустить вверх, вниз, присесть, встать по 2-3 раза. Возьмите большой мяч, положите ребенка на него животом покачайте, удерживая за голени. Затем попросите малыша поднять руки и туловище вверх. Три-четыре раза. Посмотрите, как хорошо он держит тело. Переверните малыша на спину и еще немного покачайте, фиксируя голени. Попросите потянуться при движении встать на ножки. Три-четыре раза. Возьмите палочки и удерживайте их на высоте или разложите предметы высотой 15-20 см на расстоянии 20-25 см. Попросите ребенка походить, перешагивая через эти препятствия 3-4 раза. Подведите ребенка к лестнице, попросите подняться и спуститься. Малыш такого возраста должен подниматься и спускаться по лесенке без поддержки. При этом поднимается чередующимся шагом, а спускается приставным. На каждой ступеньке он стоит обеими ногами. Выполним несколько упражнений на коврике. Исходное положение – лежа на животе. Попросите его подтянуться вверх руками и ногами, выполнить лодочку. Два-три раза. Попросите ребенка перевернуться на спину. Возьмите палочку или игрушку и поднимите на уровне ног на высоту до 40 сантиметров попросите ребенка поднять ноги и дотянуться до предмета. Два-три раза. Затем зафиксируйте ноги ребенка, поднесите палочку на расстояние вытянутых рук малыша и попросите его подняться из положения лежа. Два-три раза. В заключении походите с ребенком на пяточках. внешней стороне стопы и на носочках по 10 секунд.